Хорошо, итак, добрый вечер. Вот, меня зовут Павел Слободской. Все достаточно просто. В процессе нашего общения просто называйте, обращайтесь по имени, без там, отчества, там, фамилий. Ну, вот. И я предполагаю, вот, она попробовала это еще раз там, на себе, просто подвигать глазами, находясь в эмоциональном состоянии, попробовала на своих друзьях, на знакомых, и увидела, и обнаружила точно такой же эффект. Вот. И уже в 1989 году этот метод уже как был объявлен как метод, психотерапевтический метод, не как не психотерапия, именно только психотерапевтический метод, который получил название МДР, да, или десенсибилизация, переработка движениями глаз. Вот. В дальнейшем исследования этого метода продолжались, да, и она попробовала использование этого метода прежде всего над ветеранами из Вьетнамской войны, которые находились в специальных учреждениях, да, и испытывали последствия посттравматических стрессовых различных ситуаций, которые, вот, ну, прежде всего последствия военных действий. Вот. В 1990 году были открыты другие виды билатеральной стимуляции. То есть вот это вот движение глазами, которое происходит из одной стороны в другую, называется билатеральная стимуляция. Вот, или сокращенно БЛС. Вот в 90-м году были открыты другие виды билатеральной стимуляции, прежде всего воздействие на слуховой канал и на тактильный канал. И оказалось, что они одинаково эффективны. Но поскольку вот с 87 до 90 вот прошло уже какое-то время и название МДР-терапии уже закрепилось, да, было принято решение оставить его вот в первоначальном названии. Да. В 1995 году уже была создана первая ассоциация МДР-терапии, потому что именно как метода, еще не психотерапии. Вот, в 96 году уже окончательно был сформулирован базовый основной протокол работы, который был вот, создан. В 2003 году впервые вышла книга на русском языке в издательство «Класс», которая называется «Десенсибилизация, переработка движениями глаз». Фрэнсин Шапиро. Фрэнсин Шапиро. На сегодняшний день, кого этот вопрос интересует, могут ее свободно скачать на Кобру, да, или в других интернет-библиотеках. Вот. В 2004 году, заканчивая Северный государственный медицинский университет, по окончании я познакомился с этим методом на одном из тренингов, который проводился. Вот. Там уже рассказывали как раз об использовании этого метода в работе с сотрудниками МЧС. Потому что там в городе Архангельске в 2003 был взрыв дома, и этот метод уже в дополнение с этим уже стали использовать, в том числе и с пострадавшими после аварии, то есть в ожоговом центре. Вот. Так это проходило в 2004 году. В 2010 году я познакомился с коллегами из Германии, которые интегрировали этот метод в коучинг. Вот. В 2011 году я прошел обучение, познакомился с тогда еще президентом Европейской ассоциации МДР-терапии Уди Уорреном. Уди Уоррен. Вот. Он был президентом Европейской ассоциации МДР-терапии. Вот. И он из Израиля. Да, он психотерапевт из Израиля. Он является президентом психотерапии Израиля. Вот. Сейчас по истечению вот, как он, ну, в общем, срока, по сроку, там два раза их можно выбирать, да, сейчас он не является президентом, был избран новый президент. Я познакомился также на обучении с президентом Французской ассоциации МДР-терапевтов, вот, Изабель Мино. Вот. Потом еще раз в Германии. Вот, и в 2013 году вот, Всемирная организация здравоохранения признала метод МДР-терапии видом психотерапии, и специальным письмом было, есть специальное письмо даже на сайте Всемирной организации здравоохранения о рекомендации МДР-терапии как
метода первоначального оказания помощи в состоянии ПТСР в работе с детьми и со взрослыми людьми. Вот. И это письмо на сайте ВОЗ можно даже найти, в том числе и на русском языке. Вот. В дальнейшем, в 2014 году была основана Российская ассоциация МДР-терапии, которая является составляющей частью Европейской ассоциации, вот, и входит в глобальное вот это вот содружество. Российская ассоциация представлена в городе Москва и город Санкт-Петербург. Вот. И все, кто вот, находится в этой ассоциации, там, президент, вице-президент, мы вместе заканчивали курс, вот еще в 2011 году вместе. Вот. Они пошли по одной, по одному пути, я немножечко пошел по другому, но мы все равно продолжаем общаться. Да. И в прошлом году, осенью, уже была вторая конференция, общероссийская конференция по эндотерапии. Результатом воскресенья, Павел, мы сможем туда попасть каким-то образом? Вы сможете туда попасть на эту конференцию в качестве участников конференции. В ассоциацию? Вот, в ассоциацию нет, не сможете попасть, я скажу почему. Вот, это связано с особенностями и стандартами обучения МДР-терапии, которые в Европе, и в том числе стандарты, которые у нас в Российской Федерации тоже приняты. Сколько у них там часов, лет, месяцев? Вы можете попасть в ассоциацию МДР-терапии, пройдя первую часть базового курса, четырехдневного. Если вам очень-очень быстро надо, то он будет в середине апреля в Санкт-Петербурге проходить. А где? Будет у Диора. Я опять же скажу по поводу, или давайте сразу скажу об особенностях обучения, да, которые на сегодняшний день присутствуют. Вот. Потому что он знаком с нашей аудиторией, он знаком с особенностями и отработка базовых всех этих элементов. На втором четырехдневном модуле происходит более изучение этого метода, происходит изучение дополнительных протоколов, вот, которые там есть, протоколы в работе с зависимостями, работа протокола с острой травмой и так далее, и так далее. Вот. Между обучениями и после обучения происходит супервизия. Вот. Обязательное количество часов между первым и вторым модулем нужно пройти супервизию, что является допуском к продолжению обучения после второго. Ну и в дальнейшем каждый слушатель, кто прошел обучение, может приходить на супервизию. И супервизия сейчас проводится в двух видах. Интервизия – это посредством интернета. Например, сегодня вот в 19 часов проходит интервизия с Уди Уорреном. То есть он проводит. И сейчас проходит подготовка супервизоров в МДР-терапии. Это вот девушки, которые проходили обучение в 2011 году. Они проходят курс супервизирования, что позволяет слушателям, которые прошли обучение, да, стать МДР-специалистами, а они дальше могут уже быть и проходить подготовку на тренеров МДР-терапии, то есть обучающих. Вот. Вот таким вот образом. Вот. И попасть в ассоциацию вы можете уже по правилам ассоциации, вы можете уже после четырехдневного первого базового курса. И в дальнейшем на конференции вы уже можете выступить с докладом. Вот. С любым, то есть это открытое пространство для коммуникации. Вот. Можете вступить в группу в Фейсбуке, вот, ассоциацию, посмотреть на сайт, вот, и так далее. Ну, вернемся к МДР-терапии. Более подробную информацию об этом можно узнать на сайте ассоциации, вот, и на сайте московского группы. На нашем, да, на сайте Санкт-Петербургского отделения. Вот. МДР-терапия. Вот. Слышали что-нибудь? Вот. Она изучает и рассматривает головной мозг как коннектомы, да, то есть это связи, нейронные связи. Если мы возьмем некий срез коры мозга, и там есть
от 180 до 220 нейрончиков. Когда человек сталкивается с тем, что там 99 раз скажет человеку, что он свинья, да, на 100 раз он хрюкнет. Да? Это вот как раз вот это вот накопление. Кроме того, МДР-терапия хорошо работает с наличием внутренних конфликтов. То есть, когда мы с чем-то не согласны внутри, да, и вынуждены сталкиваться. Так вот, когда мозг, точнее человек с этим сталкивается, в головном мозге происходит некая фиксация этого опыта. На органическом уровне. Это видно и на органическом уровне, на исследовании на функциональном МРТ, что позволяет, позволило доказать эффективность МДР-терапии, потому что была возможность следить до, во время и после определенного количества сессий. То есть это очаг возбуждения в конкретном каком-то нейроне? Да, сети нейронных, потому что у нас с каким-либо событием связано определенного вида ассоциации. Да? И вот этот вот нейрончик, да, сеть нейронов, она соединяется. Что происходит потом? Происходит некая локализация этого состояния. Когда оно возникает? Когда человек не смог для себя, опираясь в том опыте, в котором он был, найти все ответы на вопросы, которые возникли в связи с этой ситуацией. Сколько у нас есть времени на адаптацию в этой ситуации? До первого сна. Да, потому что основной процесс интеграции информации в нейронную сеть у нас происходит во время быстрой фазы сна. И желательно, да, осуществлять работу до первого сна. Вот. Что происходит потом? Мы получаем большое количество сигналов уже в следующие дни, месяцы, годы. Что они делают? Они соединяются с другими у нас нейрончиками, да, вызывают определенные реакции, да, и вот эта зона увеличивается. Часть вот этого вот травмирующего опыта может вытесняться. Вот. Человек может об этом не помнить, но он оказывает влияние на последующие вот эти вот реакции, которые у нас происходят. Таких зон очень может быть большое количество в головном мозге. Вот. И что мы делаем? Мы определяем. В процессе терапии находим ключевой момент, когда образовался вот этот вот узел. То есть исторический, да, момент? Исторический момент, да. Он является в психотерапии либо эмоционально сильным, либо эмоционально ранним. То есть здесь в двух направлениях идет поиск. Либо эмоционально сильное переживание связанное, вот, либо оно было наиболее ранним, потому что чем ранее образовалась нейронная связь, вызывающая негативные эмоциональные состояния, тем она прочнее и тем большее влияние она оказывает на последующие нейронные сети, которые связаны с ней. Поэтому мы можем долго снимать надводную часть айсберга, да, прорабатывать, как говорится, последствия, да, там, когда вы встретились с этим человеком, с каким-то, да, 10 раз подышите, и вы успокоитесь, да, мы сняли часть айсберга, да. А негативная эмоциональная реакция может возникнуть, да, когда он подумал про этого человека, когда он в следующий раз его встретил, да, и что-то такое вызывает. И мы, во-первых, актуализируем положительный опыт. Человек, то есть мы активируем нейронные сети, которые связаны с положительным опытом, с положительными переживаниями. Мы активизируем опыт, который человек получил уже после психотравмирующей ситуации. Дает ему возможность посмотреть на эту ситуацию под другим углом, исходя из сегодняшнего дня. Например, психологическая травма была получена маленькой девочкой в возрасте 5 лет. В возрасте 55 лет эта ситуация у нее актуализировалась. Она стала проявляться, потому что в жизни стали происходить ситуации, которые подняли этот опыт из глубины.
И есть разница, тот опыт, который зафиксировался, заморозился в нейронной сети у девочки в возрасте 5 лет, да, и как человек относится, может относиться к этому опыту после воспоминания с точки зрения 55-летнего человека. И в процессе переработки происходит соединение, да, происходит переключение нейронных сетей и происходит его снижение. То есть 50 лет конкретно в этой сети была биохимия застывшая. Да. Да. И фактор времени здесь не оказывает никакого влияния. Да. То есть осталось. По предположениям, наш мозг перерабатывает полученную за день информацию примерно на 97-98%. Остальное, если мы не смогли найти ответы, он ведет себя по принципу Скарлетт О'Хары. Об этом я подумаю завтра. На следующий день мозг обрабатывает полученную за день информацию и пытается то, что он сегодня получил, да, сложить вот эту вот картинку прошлого опыта. Если опять не получилось, да, он идет на следующий день. И так изо дня в день, да, из каждого цикла сна он пытается найти ответы на те вопросы, которые были... найти ответы на вопросы, которые не были получены тогда. Как правило, это вопрос возникает. Почему это произошло? Почему это произошло именно со мной? Почему люди, на которых я рассчитывал, должны были меня защитить, не оказали такой поддержки? Да? И так далее, и так далее, и так далее. Да. И МДР-терапия один из методов, да, который позволяет подключиться к этой нейронной сети, да, активировать эту цепочку, найти ее и затем либо ее переключить, либо соединить ее с другими, то есть осуществить процесс переобучения. Каким образом из десятков, а может быть сотен от этих сетей, да, условно назовем их патогенами, да, конкретный метод, вот упражнение, выцепит именно то, не зацепив остальную среду. Может зацепить и все остальные ассоциации, да, которые вызваны, да, по принципу, потому что здесь работает поговорка, что пути нейронные неисповедимы. Да. Что и каким образом произойдет, да, что откуда начнет проявляться, мы не знаем, но в процессе работы протокола есть два направления. Первое, либо четкая фокусировка на том событии, которое всплыло в памяти, и на нем каждый раз после каждой переработки мы фиксируем на нем внимание. Либо второй процесс, который может идти, это по пути вот этих вот свободных ассоциаций, которые пошли. На то, что роднит МДР-терапию, например, с психоанализом. Где и там есть постулат, что причиной нынешнего поведения человека являются пережитые психотравмы, в том числе и вытесненные психотравмы, в том числе там, в детском возрасте. То есть если в процессе терапии клиент, например, будет думать о другом, это может как-то навредить ему? Что будет думать о другом. То есть мы говорим об одном травмирующем событии, а он в этот момент ушел. Дело в том, что не мы говорим о психотравмирующем событии, а он говорит о психотравмирующем событии. И здесь как раз идет вот этот элемент, что мы управляем процессом переработки. Хороший МДР-терапевт, по словам, мало говорит, и много делает движения рукой, много делает переработки. То есть все, что всплывает в переработку, все, что всплывает в переработку. Главные акценты, которые делаются, это какие изменения происходят в процессе переработки, что, где можно сфокусировать и где можно осуществить, есть такое понятие в МДР-терапии, когнитивную интервенцию. Да, ну, например, одна из обобщающих таких когнитивных интервенций, да, многие люди в жизни сталкиваются с подобной историей. И это происходит переработка. А вот этот вот опыт, который у человека включился, он записывается в нейронной сети в виде визуального образа, да, визуального образа, картинки, каких-то аудиальных ассоциаций, слов, звуков, интонации, громкости, да, все, что касается телесных ощущений,
Да? То есть в процессе переработки люди, переживая травмирующий опыт, например, нанесение ударов по лицу, начинают ощущать то место, где были эти удары нанесены. Ну вот. Также это вкусовые ассоциации, это ассоциации, связанные с запахами, положением тела. Например, сегодня была переработка ситуации, которая всплыла именно как травмирующая, это падение вперед лицом на облет, да, когда было разбито лицо. Это вот ощущение, состояние, которое возникает и начинает подниматься по степени возбуждения, дискомфорта, да, когда человек вот наклоняется вперед. То есть, когда стоит нормально, да, а когда наклоняется вперед, да, что-то внутри возникает такое. И это потом стало сказываться на способности ездить на эскалаторе. Да, вот эта вот цепочка, вот это вот, пожалуйста. То есть как только что-то идет впереди, да, из-под ног уходит вот эта вот ассоциация, что земля уходит из-под ног, да, когда человек как подскальзывается, да, и вот это вот падение вперед, да, оно каждый раз поднимался, вот этот вот дискомфорт, когда становился, вступал на эскалатор. Вот. И есть еще одна составляющая, которая называется когнитивная составляющая, вот, да, когнитивный фильтр. В НДР-терапии называется позитивные и негативные я-когниции. То есть восприятие себя, да, какой я в этой ситуации, да, когнитивный. И переработка травмирующего опыта происходит по всем каналам, которые ассоциации, которые там записаны. По всем каналам. Начинают с того канала, который является открытым. То есть тот образ, который является вот открытым, воспринимаемым. Например, человек может сказать, когда он вспоминает ту или иную историю, у него появляется образ, да, лица, ну, примерно с этой ситуации. Вот. Вот эта вот модель, она называется модель адаптивной переработки информации. То есть она основана на нашей естественной способности перерабатывать это во время сна. Да. И, кстати, первоначальное объяснение, и которое до сих пор одно из объяснений работы НДР-терапии, это то, что когда мы спим, да, быстрая фаза сна происходит, у нас глаза бегают, двигаются под веками. Да. И если мы вызываем как бы обратный эффект, да, в головном мозге происходят процессы, связанные такие же, как во время быстрой фазы сна. Это одно из объяснений. Можно вопрос, Павел? Да. По поводу сна. Полноценная работа адаптивная во сне, она не зависит от биоритмов суточных. То есть если человек спит там со смещением, например, это будет как-то влиять на эффективность переработки? Нет, потому что, ну, во-первых, это зависит от индивидуальности нервной системы. Угу. Вот. Во-вторых, есть ситуации, когда происходит переработка, и у человека есть возможность поспать после сессии. Суточные какие-то, например, да. Работа, человек может работать сутки там через три. У него, естественно, полностью биоритм все сбито, да? Он будет эффективен? Будет эффективен, потому что здесь важно попасть в быструю фазу сна, чтобы у него была быстрая фаза сна. Вот. И один из элементов, который используется, например, в Германии, вот, для самопомощи, там во время цикла, да, во время сна, быстрая фаза сна, она неравномерная, не одинаковая. Да, первый раз, когда она происходит, она, по-моему, около там, 7 минут, второй раз там около 11 минут, третий раз, когда она происходит, там около 18 минут. Да, и там эффект воздействия, который идет в течение 20 минут. 22 минуты, то есть сначала этап адаптации мозга к изменениям, да, а потом сама переработка происходит. Вот. И что происходит? Во время НДР-терапии мы запускаем механизм переработки, а окончательное он происходит во время сна. Да, то есть мы находим пазлы, которые можно туда поставить, мы их туда ставим,
во время сна они там либо закрепляются, либо они адаптируются так, как это возможно. И один из этапов стандартного протокола является этап переоценки. То есть мы спрашиваем клиента, что изменилось на следующую встречу, при следующей встрече. А вне терапии фаза быстрого сна тоже является таким, по сути, лекарем, да? Да. И то, что мы говорим, утро вечером мудренее, да, когда мы просыпаемся, мозги как будто что-то прочистились, да, то есть происходит. И вот эти вот элементы самостоятельной переработки информации, да, головным мозгом являются, например, возможность отследить изменения, которые происходят во время сессии, во время сеанса. Вот. Ну, еще один из постулатов говорит о том, что да, прошлое, оно всегда существует в настоящем. Вот, и любая переработка, есть вставляется план переработки, он касается ситуации прошлого, настоящего и будущего. Что такое переработка ситуации настоящего? Да? То есть, какие сейчас существуют триггеры, которые пробуждают вот эти вот негативные реакции, реакции дискомфорта, которые есть у клиента. Да? Что такое ситуация прошлого? Это когда мы просим клиента вспомнить, есть ли какое-нибудь событие, которое происходило раньше, да? Первое событие, когда произошла такая эмоциональная реакция, либо такая негативная когнитивная составляющая, да? Либо эмоционально сильная. Вот, эмоционально насыщенная. Что такое ситуация будущего? Это когда мы вместе с клиентом осуществляем переработку вот уже переработанного прошлого, настоящего, да? В будущем, когда он столкнется с чем-то подобными, какими-то триггерами, да? И подготовить его к будущему поведению. Ну, например, триггером настоящего является громкий голос, крик, да, который заставляет клиента впадать в состояние ступора. И мы, переработав настоящее и прошлое, да, смотрим, если как представьте себе ситуацию в будущем, когда опять на тебя будет кричать начальник. Да, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас думаешь и так далее, и так далее. Да, и уже происходит переработка. Вот обязательно происходит переработка, активация ресурсов, то есть вот этих дополнительных нейронных сетей, для того, чтобы человек мог делать какие-то шаги. Да? И активизация ресурсов, например, интенсивно используется в коучинге, да, с использованием метода нейротерапии. А сколько в терапии инструментального воздействия, сколько классического сознания и беседы? Что значит инструментального? Ну, инструментальное конкретно движение глаз, например. Ага. Значит, продолжительность сессии, как правило, идет около 90 минут, может проходить. Mm-hmm. Вот. Продолжительность одного сеттинга, движения туда-обратно, называется сеттинг, в течение примерно около минуты, либо около 46-20 движений. Да, то есть вот, изначально 20 движений было. Примерно 28-30. Не 24, не 28. То есть там нет жесткого, вот, обязательно это. Нет, нету жесткого, потому что у человека, во-первых, есть договоренность такая с клиентом, угу, о том, что когда вы посчитали, например, 24 или 28, да, а клиенту нужно вот еще чуть-чуть, да, вот пару движений. Да, и изначально, вот, ну, это по опыту там, в Германии, да, первоначально идет там договариваемся о том, что. Угу. Как вы мне покажете сигнал, если нужно еще, да, и там клиент говорит, вот так вот показывает, да, то есть, дело в том, что там есть изменение ритма движения, которое показывает клиенту, что мы сейчас сделаем остановку клиента как раз, да, и мы опять, да, продолжаем переработку. На интуитивном уровне клиента это, да? Да. То, как у него интенсивно это перерабатывается, кроме того, мы отслеживаем его телесные реакции, которые происходят. Ну, например, это сглатывание, да, так, да? Это вдох-выдох, расслабление, это изменение положения тела, вот. Это могут быть как прохождение какой-то эмоциональной реакции. Но приблизительно время сеттинга идет около минуты.
Там плюс-минус, это уже в зависимости уже от состояния клиента, в зависимости от того, каким образом мы с такой ситуацией мы работаем. Продолжительность сессий. Какое количество сессий необходимо? МДР-терапия относится к краткосрочным видам психотерапии. За счет того, что она позволяет погрузиться вот сюда, вот вглубь и найти первоначальный узел, по конкретному запросу может происходить там 1, 2, 3, 5 сессий, примерно около до 10, а может быть и больше, в зависимости от того, насколько сильная психотравма, да, насколько она клиента переживается. Но эффект клиент получает уже после первой встречи, после первой сессии. Это всегда индивидуально. Вот. И здесь мы не можем сказать, да, мы здесь не можем сказать о том, что вот клиент приходит, да, так, нам с вами нужно 10 встреч. А переработка его запроса произошла в течение 3. И что он будет делать 7? Ну, вы будете перерабатывать, делать движения глазами, актуализировать его какой-то опыт, но и он будет испытывать неудовлетворение, неудовольствие. Противопоказания мужчине. Противопоказания по поводу МДР-терапии. Значит, это неспособность человека переживать негативный опыт. Ну, в неврозе мало что способен в таком сильном что-то там с собой делать. Таких показаний, как, например, там, невроз, очень хорошо работает. Вот, в состоянии там психопатии, если у него в стадии там ремиссии, шизофрения, в стадии ремиссии работает, потому что это позволяет не лечить его шизофрению, например, да, пациента, а активировать его ресурсы, связанные с социализацией в обществе. Например, приходит пациент, у меня такой пациент есть, который после выписки из стационара адаптироваться в обществе. Вот. И мы работали с ним с ресурсами, связанными с его способностью коммуницировать и общаться с другими людьми. Мы не трогали его заболевания. Но вот по поводу неспособности переживать, да, вот опыт. Да, или когда человек говорит, ну я никогда не мог справляться с трудными жизненными ситуациями, да, вот так вот. Все равно на этом этапе до процедуры МДР-терапии происходит процесс обучения клиента методом самопомощи, саморегуляции, либо посредством обучения дыхательным техникам, либо обучения самоинтервенции, да, в виде похлопываний, ну вот, или использования там специальных аудиозаписей, которые существуют. То есть как он может оказывать сам себе помощь и поддержку. Да? Вот, то есть начало этапа обучения идет клиента, да, называется психологическое образование клиента, а потом уже осуществляется работа. Следующее. Есть небольшие особенности работы с женщиной, находящейся в положении. Вот, здесь на всем этапе возможна работа с ресурсами восприятия себя положительными, да, ассоциации в предстоящих событиях, предстоящих родах. Но не со страхами, да? Не со страхами, да, потому что если это будет ситуация происходить на первом или на третьем триместре, да, работа с негативными этими, она может вызвать не те реакции. На втором триместре с негативом можно работать, но это же опять исходя из опыта психотерапевта, да, и его опыта работы с такими ситуациями. Да. В нашем университете проводились исследования по поводу переживания психотравм, да, когда проходили психотравмирующие роды. Либо это операция происходила, либо какая-то травматизация происходила. Да. Потому что это оказывало влияние на протекание беременности, там второй или третьей беременности, да, потому что все проходило через вот эти фильтры. Вот. А ограничения есть еще связанные прежде всего с заболеваниями эпилепсии. Потому что когда происходит интенсивное движение глаз, да, опять же из-за особенностей. То есть если у человека эпилептические припадки наступают в результате изменения
Со света это одно, да, если это появление неких запахов, да, это другое. То есть это всегда индивидуальная ситуация, да, стимул, всегда индивидуальный случай. То есть всегда по индивидуальности. Раньше стояло ограничение еще по сердечно-сосудистым заболеваниям, но опыт показал, что во время терапии ни одного инфаркта еще не было. Вот за все это время. Хотя изначально оно стояло. Еще можно такой вопрос, а как вот предложить этот метод? Потому что он же своеобразный такой. Я предлагаю его через упражнение. Я предлагаю вам сделать упражнение. Это упражнение, и один из элементов, связанных с НДР-терапией, это рассказ клиенту, то, что же мы с ним такое будем делать, и какие у него есть в связи с этим опасения. Да, потому что он говорит, ага, вы будете делать движение глазами, это гипноз. Да. Как вы относитесь к гипнозу? Ой-ой-ой, это плохо. Я говорю, нет, это не гипноз. Да? Рассказываю краткую историю. У меня есть схема мозга, где я рассказываю, вот это вот так вот происходит, это вот здесь вот происходит, и когда мы с вами будем работать, мы будем вот это вот устранять. Дети, интересно, дали название вот этому вот методу, они говорят, девочка одна назвала, пришла когда на вторую сессию, говорит, вот у меня говорит такая, говорит, а мы будем делать стерто-стерто. То есть это вот как, да, вот из доски что-то такое стирает, да, делают стерто-стерто. А во Франции, вот Изабель Мино, она работает со совсем маленькими детьми и обучает родителей работать с детьми, в том числе с грудными, по использованию билатеральной стимуляции, по снятию тревожности, проявлению тревожности у грудных детей. То есть полноценную сессию, понятно, там провести невозможно, но если каких-либо показаний к проявлению тревожности у ребенка нет, а он испытывает дискомфорт и его демонстрирует, да, то методы билатеральной стимуляции позволяют работать даже с грудными детьми, она этому обучает. Не маме, да, терапию нужно рекомендовать, а младенцу? Научить маму, да, как можно справляться с этой ситуацией, осуществляя билатеральную стимуляцию вот в данный момент. Да. С мамой это как бы там уже тоже другая уже история. Вот такие вот моменты. Ну вот, диапазон применений, да, это вот единичное травматичное событие, экстремальные ситуации, фобии, панические атаки, депрессии, тревожность, зависимостями, хронические боли, психосоматика. Вот, это сексуальные дисфункции, есть специальный протокол работы с группой, и он, например, использовался, вот окончательно протокол сформировался после событий, которые происходили в Японии. Да, там работали и с детьми в группе, и с их родственниками одновременно. Да. Вот, это семейная терапия пар, вот, это дети, вот, конечно же, это ситуация горевания, когда происходит, да, ситуация утраты и ситуация расставания, да, то есть, когда пара распалась, да, переживания, которые происходят у человека, они похожи по протеканию, так же, как ситуация горевания, вот. Это помощь специалистам-профессионалам при выгорании, да, прежде всего таким, как мы, вот, врачам. Вот. И это работа с травмами, которые проявились в процессе нашей с вами работы, либо травмами, которыми мы с вами заразились. Да. Ну, например, мы не задумывались о каком-либо событии, клиент пришел, работает, мы работаем с травмами, связанными с авиаперелетами либо катастрофами, да, и мы вдруг ощутили, что у нас появилась точно такая же, так, точно такой же страх, точно такая же. В связи с этим, конечно, вопрос, у многих методов необходима собственная терапия, чтобы работать, как бы вот это. Да. Резонанс. Да. Во-первых, здесь очень много происходит переработки собственного опыта в процессе обучения, да, потому что без собственных переживаний, которые происходят во время терапии, мы не можем понять, а что же происходит в это время с клиентом. И здесь, если такая ситуация происходит, здесь скорее ставится знак «да», что это должно быть.
Но есть, конечно, ситуация, собственно, травмирующий опыт, который всплывает, но поскольку это все-таки учебный семинар, да, мы его откладываем в сторону, в ящик, да, в сейф, для того, чтобы можно было продолжить обучение, а это уже при необходимости либо с кем-то из коллег уже проработать. Одна есть рекомендация по поводу НДР-терапии, его все-таки рекомендуется использовать как второй или третий метод для психотерапевта. То есть именно как дополнение, не как основной. А у меня пошло немного наоборот, он у меня стал основным, а потом все какие-то другие элементы пришлось уже наращивать. Да, там, знания там, из телесной терапии, из гипноза, из других направлений, с которыми он связан. То есть это то есть, да, база, то есть определенный опыт специалиста, да, и дополнительно ставим НДР-терапию, и происходит очень хорошая интеграция. Не отрицание, это другая совсем модель, а наоборот, интеграция. А вот еще такой вопрос можно? А вот как с разными темпераментами, например, с лимбициальной терапией, это как-то вообще тоже проявляется? Ну, вы же имеете такое же право выйти из терапии, как и ваш клиент. Ну, вот, если вы не подходите, вы можете рекомендовать другого специалиста, да, так же, как это нормальное явление. Либо вы сталкиваетесь с ситуацией, с которой у вас нет опыта работы, либо его недостаточно по ощущениям, по состоянию работы с клиентом. Да. Или слепые пятна, собственно. А? Или собственные непроработки еще. Да, или собственные проработки, да, которые всплывают. Но здесь есть, собственно, опыт терапевта, да, который может включить, разделить, как гештальт, это твоя история, да, а это моя история. С моей историей я поработаю, да, отложу ее пока и фокусируюсь на изменениях, которые происходят. Да, здесь, на чем мы фокусируем внимание? Здесь, конечно же, опыт терапевта, восприятие, да, или психолог, который осуществляет консультацию. Вот. А одним из понятий, важных понятий, да, является когниция, это то, что роднит НДР-терапию с когнитивно-поведенческой терапией. Как у нас выглядит классическая формула? Стимул, реакция. Да, у нас есть стимул, да, есть реакция, да, и когнитивно-поведенческая говорит, тут есть что у нас, правильно, мысль, да, когниция. Появляется стимул, когниция, реакция. Вот. А НДР-терапия задает вопрос, когда она появилась впервые, да, на какой такой стимул был вот здесь, вот в истории, который позволил сформироваться вот этой вот когниции. То есть не с тем, что мы работаем сейчас, да, а вот есть когниция, кто ты, когда смотришь на эту ситуацию сейчас, да, с негативной, да, негативной когниции, негативное высказывание. Да. А потом задам вопрос, а когда оно появилось впервые? И это может быть уже совсем другая история клиента. То есть мы потихонечку пробираемся туда, вглубь, в центр. И один из краеугольных камней, скажем так, МДР-терапевта и показатель его профессионализма, это точно определить мишень воздействия, где находится максимальная зона напряжения, когда она образовалась. Когда защиты перестали срабатывать. А, защиты перестали срабатывать-то у него сейчас, потому что он к нам приходит. Накопилось слишком много, психика не справляется. Да, да. Он-то к нам приходит, тогда-то это позволило справиться на сколько-то процентов, да, а сейчас уровень нервного возбуждения, ситуации, различных психотравмирующих факторов, да, которые есть, да, они оказывают влияние. Это примерно похоже на наведение боевых действий. Да. Противники стараются, когда находятся друг напротив друга, как можно сильнее растянуть понятие такой фронт. Да. Фронт. Для чего? Для того, чтобы силы вот растягиваются, да. И тогда, когда один из противников растягивает этот фронт, он может быть не готов к нанесению какого-то очень сильного удара, и произойдет тогда прорыв. И клиент к нам приходит, когда у него прорыв-то уже произошел. Он не может справляться с тем, что у него было. И у него есть какие-то ментальные блоки, которые мешают ему там двигаться вперед. Это, например, вот в коучинге.
когда МДР-терапия используется, там работа со спортсменами, работа, то есть что оказывает влияние. Ну, например, спортсмен, да, это вот работа с физической травмой. Спортсмен во время тренировки упал с лошади. Физически он восстановился. Но каждый раз, когда он садится на лошадь или выполняет тот прием, на котором он во время тренировки упал, у него всплывает вот та самая травма, связанная с падением. Он на ней фиксируется. Ну, например, у него там вывих сустава. Вместо того, чтобы обратить внимание, сфокусироваться на выполнении приема упражнения прыжка, да, вот, полета, он фиксирует свое внимание на суставе, который у него в прошлый раз у него выскочил. И что? Он упражнение не выполняет. Количество повторов не будет способствовать тому, что это уйдет, задвинется. А, повторов чего? На лошади. Повторов упражнений в его... Может задвинуться. Может задвинуться. Да. Это всегда индивидуально происходит. Но в какой-то момент оно может опять всплыть. Да, я работаю еще с танцорами, да, и когда ставят новое движение, вот, ну, например, там делают дорожку назад, они идет, да, и не может. И вот в течение 2 месяцев вот этот повтор идет, а оно не получается, идет и не получается. А ситуация поднялась, связанная с тем, что было очень сильное падение назад. И вот этот вот страх неосознанно, он каждый раз поднимается, оказывает влияние и тормозит. Мы, получается, прорабатываем прошлый опыт. А есть будущий опыт? Нет, ну не настоящий, а вот который запустилось про, вы говорите... И может быть так, либо это произошло вот в настоящем, прямо вот сейчас. Острое, ну, например, ДТП. Mm-hmm. Да, то есть ситуации, которые не связаны с прошлым опытом. Оно ДТП – это сильная эмоциональная, да, психотравма, она связана с произошедшим сейчас. И она может быть никак не связана вообще абсолютно с травмами, там, например, при занятии боксом. А может быть и связана. А как мы поймем, что мы наткнулись на тот прошлый опыт, когда мы его прорабатываем? Ну, во-первых, клиент сам нам об этом сообщает, это раз. Во-вторых, в процессе переработки, и мы предупреждаем об этом клиента, могут вспоминаться какие-то другие события из жизни. И в процессе переработки они могут вспоминаться. Он говорит, я вспомнил еще один сюжет, да, из своей жизни. Потом мы перерабатываем его, он говорит, у меня еще что-то вспомнилось. То есть до того момента, да, пока вот эти вот цепочка этих воспоминаний, она не останавливается. А если первичная травма настолько глубоко вытеснена, что может быть даже забыто, нужно до нее докапываться какими-то альтернативными методами? Да, это, во-первых, это вы можете это делать, это раз. А во-вторых, есть один очень интересный элемент – это работа с ресурсами. Бывает так, что времени на переработку какого-либо вот глубокого вот этого недостаточно, его просто нету. Да? И тогда мы занимаемся, есть протокол, который называется протокол инсталляции ресурсов. Это будет воскресенье? Да. А психогенная амнезия может дать мне помочь как-то? У меня не было такого опыта в моей практике. Вытеснение прям какое-то в кубе. Вот. В моей практике таких пациентов не было, клиентов. Здесь, если у вас есть такой опыт, есть такие, попробуйте, потом расскажете. Какие существуют когниции? Ну, составлен целый список: позитивные когниции, негативные когниции. Ну, например, негативные когниции связаны там с ответственностью. Я никчемный, я опозорен, я недостаточно хорош, я не такой, как все. Да, я виноват, что так получилось, я должен был знать это лучше. Да? Когниции, связанные с контролем. Например, я без помощи, мне не владею ситуацией, мне нельзя доверять и так далее. Да? Безопасность. Я не могу защитить себя, я в опасности, я не могу никому доверять, мне опасно чувствовать.
да, это то, что касается замороженными эмоциями. И есть такие клиенты, с которыми работаешь, задаешь вопрос, что вы сейчас чувствуете, он говорит, я думаю, что я должен чувствовать вот это. Да, то есть эмоция заморожена, что-то такое есть, возможно, есть в жизненной истории, когда он запретил себе чувствовать, то есть, или принял эту игру, что нельзя испытывать эмоции. А поскольку дифференцировать очень сложно, положительно или отрицательно, говорит, лучше я вообще закроюсь и не буду чувствовать вообще ничего. Да? А когда происходят такие интервенции? Мужчины не плачут. Да, ты должен быть сильным. Да, установки, они же туда интегрируются в этот опыт и становятся вот этими самыми когнициями, вот этими вот фильтрами. Фазы, да, основные фазы протокола, которые происходят в терапии. Вот. Ну, первое – это сбор истории. Да, что происходит с клиентом? Да, что у него там было, что у него сейчас, да, есть ли какие-то воспоминания в прошлом, похожие на эту ситуацию. И составление плана переработки, то, что я говорил, прошлое, настоящее, будущее. Вот. Второе – это подготовка клиента к терапии, то есть это рассказ о методе. Можно демонстрировать, он демонстрирует картинки, там вот до, после, вот мозг, вот здесь вот образуется, вот это вот влияет. Клиент очень любит, когда он рассказывает про эмбритмис. А? Эмбритмис. В чем эмбритмис? Ну, да? И также идет укрепление, выявление у него ресурсов, какие у него есть, да, в связи с переживаниями негативных эмоций. Это во втором блоке, да? Да, 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 да. И есть такой элемент, как протокол создания безопасного места. Это очень важный элемент, так как он является спасательным, он выполняет ряд функций важных в процессе терапии. На протокол безопасного места создает, во-первых, возможность клиенту передохнуть в процессе терапии, да, сделать паузу. Во-вторых, это спасательный круг для терапевта. Если видит, что он справляется, да, он сам тоже устал, то он говорит, ну давайте помним там безопасное место. Второе, там важная функция, это закругление незавершенной сессии. Да, то есть там следующие элементы, есть инструменты, которые используются, да, вот дошли, не в каждую сессию происходит ситуация перерабатывается там до нуля, да, или до одного. Достаточно для того, иногда бывает так, что клиент там по шкале переживаний с 8 баллов двигается, переходит только до 7, и на это нужно полтора часа. И это хорошо. Иногда клиент говорит о том, что у меня ничего не изменилось по этой шкале, то есть он на восьмерке так и находится. Предлагаю, может быть, мы померим еще десятичные. У меня был случай, когда изменения произошли 7, с 8 до 7,5. И мы делаем акцент на том, что у клиента есть ресурс, связанный с изменениями. Следующее, создание безопасного места позволяет, ну там есть такой элемент, называется проверка безопасного места. То есть мы смотрим, а работает оно вообще, то есть как эффект-то есть. Происходит переработка какого-то незначительного события, которое есть сейчас, что создает у клиента компетенцию к изменениям. То вот, что это работает. И кроме того, безопасное место показывает клиенту о том, как метод работает, да, как изменения происходят, и формируется доверие к методу и к терапевту, который использует этот метод. То есть очень мало умолок. На безопасность, на безопасном на чем-то же удобнее провести проверку. И также это возможность посмотреть, насколько этот метод подходит к клиенту вообще. Да, есть ли у него переработка, есть ли у него сложности с глазами, происходит ли у него формирование каких-либо образов, происходит ли у него трансформация, изменения, ощущения. То есть насколько это вообще подходит.
Вот. А дальше, после этого, у нас происходит выявление различных образов, связанных с травмирующей ситуацией. Это уже третий этап. Да, третий этап называется оценка. Это выявление образов, положительных, отрицательных когниций, эмоций, которые связаны с этой ситуацией, ощущений в теле, то есть как человек себя, что он говорит, ну когда я об этом думаю, я злюсь, да? А вот когда вы злитесь, где вы это чувствуете, и он говорит, я чувствую это вот здесь, вот. Опишите это ощущение, потому что в процессе переработки это ощущение, ощущение останется, но оно уже будет другое. Иногда используют образы, например, как заноза в сердце или нож в спине, да, вот такие вот состояния, да, и когда происходит переработка, что сейчас? Там, шрам остался, да, то есть занозу нету, шрам остался, продолжаем переработку. Надо, ну, так сказать, зашил сердце и так далее. Вот. То есть это как раз выявление мишени на переработку в процессе встречи. Да? Следующий этап, четвертый, это непосредственно билатеральная стимуляция, десенсибилизация, которая происходит, то есть это движение глазами, либо использование других методов десенсибилизации. Какие? Визуальных – это движение рукой перед глазами в одной плоскости. Да? И, например, если вы увидите в интернете, можно набрать ДПДГ и увидеть, а сейчас мы проведем билатеральную стимуляцию, увидеть вот такой вот знак, восьмерку, круги, то это что-то другое, что называется ДПДГ. В ДПДГ движение происходит в одной плоскости, ну, вот движение чуть-чуть ниже уровня глаз, да, ниже? Вот, чуть-чуть ниже, да. Там вот же зона, которая вроде бы более депрессивная. Чуть-чуть ниже, потому что некоторым прямо смотреть очень неудобно, дискомфортно. В кинотеатре, когда сидите, смотрите, вы же голову чуть-чуть можете приподнять, да, это буквально-буквально чуть-чуть, то есть не совсем вниз, а вот буквально чуть-чуть, то есть между глазами и кончиком носа, то есть вот, вот так вот может. То есть не вверх, да? Или вверх, или вниз лучше. Просто вверху, насколько я помню, если на УПИ, там как раз зона ресурсная и положительная. А вниз? Это как раз то, что используется в коучинге с использованием МДР-терапии. Там движение происходит на трех уровнях. На среднем уровне, то, что касается аудиальных диалогов. Наверху то, что касается визуальных образов, и внизу то, что касается кинестетических переживаний. Это коучинг, но это не МДР-терапия. Вот здесь да, очень важно соблюдать и говорить о том, что чем является, а что является либо другими ответвлениями, да, либо направлениями. Например, одновременно с МДР-терапией развивалось другое направление, которое называется интеграция движениями глаз. И там используется только движение глазами. Вот. И там как раз используются восьмерки, круги, вертикальные движения, зигзагообразные движения используются, но только движение глазами. Аудиальных или кинестетических билатеральной стимуляции там не осуществляется, не производится, только движение глазами. И там как раз используется основной элемент, связанный с формированием, где формируется образ, да, то, что стоит в базе нейролингвистического программирования. А не доказано, просто исследований не было, что круговые движения или восьмерки. Почему это не может быть эффективно? Это может быть эффективно, это можно использовать в своей собственной практике, но в качестве базового обучения и стандартов МДР-терапии это не принадлежит МДР-терапии. В собственной практике можно делать хоть какие движения, главное, которые помогают клиенту. У меня был такой случай. Я еще не знал про такие вот движения. Вот.
работали с девушкой по поводу ее ДТП и так называемый перевертыш, да, который крутился. Вот так вот двигатель не работает, нет изменений, нет изменений. И как я спрашиваю, в какую сторону ты крутилась? Говорит, вот так вот. Ну хорошо, сначала говорит, так, потом мы покрутились вот так, а потом я начал крутить ее в обратную сторону. Да? И у нее произошла трансформация, стали происходить изменения. Вот так. Восьмерок очень много используется, например, есть направление психотерапевтической кинезиологии. Вот. Там используются восьмерки. Кому как? Какое значение вкладывают? Так по результатам терапии МРТ будет чистая? Не будет таких зон напряжения, которые были до терапии. Вот. В Соединенных Штатах есть профессор Вандер Колк, который вот в основном занимался МРТ-исследованиями пережитых психотравм. Это женщины, которые были подвержены сексуальному насилию. И он смотрел МРТ до после 5 сессий, да, какие происходили. Вот. И он занимается психотравматологией, он интегрировал МДР-терапию с йогой. Вот. Следующим этапом стандартного протокола фазы является инсталляция ресурсов, то есть поиск. Ну, например, задается вопрос, вот ты сейчас там спокоен, да, когда думаешь об этой ситуации, каким бы ты хотел быть еще? То есть мы здесь активируем дополнительные ресурсы и соединяем той цепочкой, которая была активной, которая начала перерабатываться. Потом осуществляется сканирование тела. Это уже следующий этап после инсталляции ресурсов. Здесь мы как бы ассоциируем клиента еще раз с этим воспоминанием. Смотрим, отслеживаем, есть ли какие-нибудь еще негативные ощущения в теле. Вот. И при необходимости продолжаем переработку, либо используем какие-то механизмы, связанные с визуализациями. Да, там, солнечный свет, серебряный поток, либо с какими-то дыхательными техниками. Либо то, что связано с визуализациями, связано с устранением вот этого негативного ощущения, негативного переживания. Либо, опять же, осуществляем переработку, фиксируясь на вот этом вот ощущении, на этом переживании. Можно по поводу ресурсов немножко уточнить? Поиск положительного образа себя или положительного переживания, в данном случае, вот, имеет значение? Поиски ресурсов. Оно же ведь вместе. Нет, но делается акцент вот на чем-то из этого. Именно вот на переживании, потому что мне сейчас хорошо, я... Нет, когда это было, опять же, мы смотрим из опыта, когда это было. То есть никакой, сейчас он может быть хорошо ему, он сейчас находится в переработанной вот этой вот ситуации, он находится в безопасном месте, ему сейчас хорошо. Нам важно, какой есть у него опыт для того, чтобы активировать вот нужную нейронную цепочку, соединить ее с тем, что у него, с тем, что он перерабатывает. То есть если мы даем, ну как в математике, да, плюс на минус могут дать 0, а также мы даем вот минус, а мы даем 2 плюса или 3 плюса, для того, чтобы были еще какие-то ресурсы, были еще дополнительные ассоциации или вот эти когниции, да, которые связаны с появлением того или иного плюса. И как может звучать, например, вот интервенция или предложение подумать о чем? Он говорит, например, я спрашиваю, а вот когда ты думаешь об этой ситуации, и ты сейчас спокоен, да, ну, это мы пришли, да, ему нужна была положительная вот эта вот. Каким бы ты еще хотел быть, когда будешь думать об этой ситуации? Когда будешь думать об этой ситуации? Тогда или когда ты с ней столкнешься. Он говорит, там, например, он может сказать, я могу с этим справиться. Ну, то есть это тоже это положительный ресурс. А
Есть ли какое-нибудь воспоминание, когда ты таким образом думал, что ты можешь с этим справиться? И это принесло положительный результат. Да, это было, например, там, на соревнованиях, когда... Или когда, например, первый раз садилась на лошадь. А если не было? Всегда есть что-то, где можно найти какую-то положительную историю. Если он не может вспомнить, тогда мы ищем, а что еще могло бы тебе помочь справиться при встрече с этой ситуацией, с этой историей. Что? Ответил на вопрос? Нет, не я скажу. Я хотела задать другой вопрос. Да. А есть ли какая-то статистика, достаточно ли одного курса десенсибилизации, или, возможно, придется когда-то повторять? По этой истории? Да. Что значит одного курса? Ну, то есть проблема решена, через полгода клиент возвращается с этой же проблемой. Нет. Ну, то есть не возвращается. Просто я волнуюсь, что все инструментальные методы, так или иначе, имеют временный эффект. Во-первых, с такой же ситуацией он уже не вернется, потому что работа происходит на уровне нейронных сетей. Mm-hmm. То есть она будет другая, она может где-то всплыть по другой ассоциации, которая не всплывала вот при вот этой вот переработке. То есть где-то что-то она может всплыть, но она уже будет другая. И вот эта вот зона, да, вот эта вот, она будет уже намного, намного меньше. Он уже не такой. Но в моей практике не возвращались. То есть они приходили, но уже с другими вопросами. Кстати, работа с образами тоже не возвращается. Он уже не такой же, он уже другой. И у него уже есть компетенции, связанные с тем, что я с этим могу справляться. А с условными выгодами как-то можно здесь? Да, это протоколы есть с условными выгодами для заболевания. Это отдельный протокол, он изучается во второй части. Вот, работа с психосоматическими заболеваниями. И примерно туда же подходят протоколы в работе с зависимостью. То есть это зависимость от болезни. Mm-hmm. Вот, это формирование тех ресурсов, которые там... То есть что человек положительного получает, да, и когда, например, один из вариантов этого протокола, когда была необходимость в подобном проявлении. Например, маленький ребенок, да, в процессе работы человек вспоминает о том, что ему нравилось болеть, когда он был в детском саду. А что там происходило? Что было важного? А мама была рядом, она была это, и мама давала шоколад. То есть в другое время ребенку не давали шоколад. Когда хотелось шоколада, нужно было заболеть. Да? И тогда мы работаем вот с этим вот образом, вот с этой вот удовлетворением этой потребности. Ведь еще же ведь Сеченов там в каком 1869-64 сказал о том, что пока не удовлетворена эмоциональная потребность, да, мы будем к ней все время двигаться. Поэтому один из плюсов или одна из причин, почему мне лично этот метод нравится, о том, что в нем есть объяснение с точки зрения нашей нейрофизиологии. В том числе и последних исследований, да, там, Константина Анохина, да, по коннектомике. Вот. Там есть какие-то вопросы? Пока нет. Может быть, 5 минут перерыв. И я тогда проведу демонстрацию, связанную с ресурсами, да, для того, чтобы вы могли посмотреть. Чтобы мы ушли с ресурсами. Да. А? Чтобы мы сегодня ушли. Да, кто-то ушел с ресурсами, кто-то либо в группе это можно сделать, либо кому-то индивидуально, чтобы отследили и могли потом между сегодняшним днем и воскресеньем уже попробовать и применить. Первый перерыв.
Да, это информация вот как раз по поводу вот лидеротерапии центра, да, который вот у нас Питерская. Ну, Питерская, да, вот это вот. И Москва, то есть мы вместе, да. Это можно взять. Вот. А ваши коллеги-юристы, да, вот две знакомых, которые юристы, они прошли обучение эмоциональному коучингу на основе интерпретации. У нас здесь, в Санкт-Петербурге. Одна в Москве, одна в Санкт-Петербурге. Это есть такая немецкая школа коучинга и медиации. Проводится обучение. То есть это для тех, кто не занимается терапией, да, а почитателем заниматься, например, коучингом. Да, есть там коучинг, связанный с повышением осознанности, ну там, например, там, ну, разные направления. Да. А здесь у них специализация именно за счет особенностей, возможностей вот этой вот работы. Они много работают с ресурсами или тоже переработка какого-то прошлого опыта. Только он, то есть не как терапия, потому что, да, мне возникало, ну, как профессиональный психолог, все-таки гораздо не так. Обучение проводим. Как человеку, мы даже человеку, мы даже не, да, вы правильно дополнили, да, тоже снимает лишнее, просто там немножко другие инструменты, которые позволяют делать это более, ну, точечно, то есть быстрее найти вот этот вот кусочек. Это что, вы говорите, да? В смысле? Да, немецкая школа коучинга. Немецкая? Немецкая школа коучинга и медиации, да, из обучения проблемы. Да, или на самом деле, да. А вот немецкая школа, она не то, что прицепили, она была еще, появилась раньше, чем появился курс в университете. В Германии по-другому очень идеально. Да, другая история. Поэтому в соответствии с европейскими стандартами. Да, у нас в России это совсем по-другому медиация, она не такая, как на Западе. Да. Поэтому для тех, кто хочет понять или дополнить свои навыки там, по медиации, там, что на... Как раз в 20-х числах была международная конференция по коучингу и медиации. Приезжали медиаторы как раз из Германии, с Австрии и из Балтики. Хотя инструменты, которые, то, что они делают в области не юридической медиации, как юридического, ну, в соответствии с законом, да, до судебного разрешения конфликтов, а именно там семейная медиация, экономическая медиация. Отношения. Да, выстраивание, принципы медиации те же, да, вот там невовлеченность, посредничество, да. В широком смысле, как обучение отношения, вот так, да, особенно в кризисных ситуациях. Да, да, да. Это да. Да. А что почитать? А? Что почитать можно, кроме Шапира, который мы называли? Шапира это базовое, а вот именно как протоколы, они на английском языке, девушки из Москвы занимаются переводами этих протоколов. А на английском можете сказать, что или кого вы хотите авторов? Это недоступно, да? Ну, книги есть, их можно заказать через это Анна Шапира. Это не дочь, это ее просто однофамилица. А-а-а. Вот. У нее вышли две книги с отдельными протоколами, да, по терапии. А на русском что-то есть? На русском нет. Это проблема. А какие еще авторы на английском? Кого ты думаешь? Сейчас не скажу. Не могу сказать. Знаю, нет. Анна Шапира, у нее две вот такие вот книги с протоколами, да. Такая ситуация. Вот. И разница очень интересная между, например, европейским подходом, да, который был для
терапии, то, как делают немцы. А немцы сохранили базовый протокол и сконцентрировали внимание на поиск зоны напряжения. И инструменты, связанные с поиском зоны напряжения, это нестандартный протокол. А американцы пошли по другому пути. Они стали под каждую ситуацию создавать новый протокол. И психотерапевты, которые работают или имеют опыт работы в других направлениях, стали интегрировать свои протоколы с индер-терапией, и в результате стали появляться новые протоколы в работе с той или иной ситуацией. Как самостоятельную методику, да, они ее лицензируют, они получают права, получают... Ну, из всего, как это делают? Ну, американцы это же делают. Вот, да, потому что те же самые... Да, но, например, один из протоколов, да, когда клиент молчит или когда клиент не может, не рассказывает, ну, не может говорить, но он умеет рисовать, да, может рисовать. И вот это вот отдельный протокол НДР-терапии, связанный с работой с изменением трансформации рисунков после процесса переработки и фокусировок. Может использоваться с детьми отдельно, а может работать. У них это отдельный протокол, в коучинге он идет как обычная работа. Не может физически разговаривать? Или а в процессе работы, вот как раз профессором Ван дер Колком было определено, что вот когда делали МРТ, да, когда жертвы сексуального насилия не могли рассказать, что же с ним там такое происходило, да, и когда делали МРТ, определили, что одна из зон, да, речевая зона, она при этом не активна, и дали ей название «зона немого ужаса». Да, то есть, когда вот человек глаза вот так, да, он находится в травме, ничего не может сказать. И есть видеозапись, там еще была сделана в 1994 году в работе с женщиной, пережившей ДТП. Вот она там первый раз она читает вот этот вот текст, да, что с ней произошло, там, да, эмоциональное переживание, и что она рассказывает через несколько сессий, да, и она говорит абсолютно другой интонацией, у нее абсолютно другие эмоциональные реакции, там, очень яркие, я бы сказал, покажу. Вопрос у нас, да, из интернета. С какими методами и техниками хорошо совмещаются? Сейчас как раз со всеми этими и скажу, с чем он совмещается. Во. Как интегративный метод МДР совмещается, значит, с психоанализом, потому что он определяет, да, как бы, опять первичное появление психологической травмы, в том числе и детской психологической травмы, телесно-ориентированным подходом, потому что позволяет переработать телесные проявления тех или иных эмоциональных переживаний и психосоматических проявлений, работа с психосоматикой. Те, кто пользуется телесно-ориентированной терапией, да, это снятие вот мышечного панциря, который возникает, да, это зажатость и блоков в области там, диафрагмы, в ногах, ну, кто этим пользуется. Это, конечно, когнитивно-поведенческая психотерапия, потому что она определяет один из компонентов, это когнитивная составляющая, да, я-когниция. Вот, это интегрируется с гештальт-терапией, потому что здесь идет ориентация на изменения, которые происходят в процессе. Вот, и поиска. Это интегрируется с психосинтезом, потому что позволяет работать с субличностями, которые имеют внутренний конфликт, или еще называют, если говорить коучингом языком, работа с внутренней командой. Работа с внутренней командой. Ну, вот, это интегрируется с арт-терапией, потому что позволяет осуществлять работу с изменением там, различных форм. Вот. Это интегрируется хорошо с теми, кто пользуется в качестве терапии нейролингвистическим программированием. В общем, практически каждый может там найти что-то свое, где может интегрировать вот эту вот билатеральную стимуляцию.
с эриксоновским гипнозом интегрируется как элемент дополнения. И, например, вот я уже говорил, Геллиген в одной из своих книг по гипнозу индер-терапии уделила целую главу, да, как именно элементу, дополнительному элементу, альтернативному методу обучения, вот, и усиления гипнотического эффекта, так как идет дополнительная работа по активизации нейронных путей. Вот так. Здесь ответил. Все вопросы? Угу. Так. Как думаете, как сейчас поступим? Кому нужен какой-нибудь ресурс? Давайте, хотел бы кто-то попробовать. Я здесь, давайте я здесь не психолог, нужен нам препарат. Хорошо. Очень классное, замечательное преимущество индер-терапии. Сейчас скажу, в чем заключается. Это работа терапевта в режиме инкогнито, что позволяет клиенту чувствовать себя в наибольшей безопасности. Потому что клиент может не рассказывать всю историю, которая у него была, а может только обозначать, что у него есть некий образ, который нужно перерабатывать, у него есть какие-то слуховые, да, аудиальные ассоциации, у него есть переживания, он может их называть, может их не называть. То есть вся его история оказывается вот где-то вот вне. Потому что основной акцент происходит на том, что происходило изменение в картинке, в визуальном образе, в аудиальных составляющих, и что он по этому поводу сейчас думает. То есть кто там был, во что был одет, какие слова говорил, как их звали. Иногда работа, когда еще до конца не выстроен вот этот терапевтический альянс, вот, он еще имеет сомнения и не совсем еще доверяет и вам, и методу, вот, но уже может получить и первые эффекты. Говорит, вот там был человек, хорошо, как мы его назовем? Ну, назовем его номер один. Да? А есть еще там еще кто-то, ну, там был номер два. Кто скрывается под номером два, я не знаю. Это потом в процессе терапии выяснилось, что под номером два была собака. Потому что была ситуация переживания, переживания, травматичный опыт, связанный с первым опытом утраты. Хотя первоначальный запрос был связан с расставанием. Ну что? Мы будем попробуем? Так с этого случилось.